тебе не ставят. Нет, второй этап турнира ПАУ 2020 объявляю торжественно открытым. Прошлый раз не 9-й или 9-й? У нас 29-й. Не очень как. В прошлом этапе у нас был 29-й номер. Сейчас. Это ровно ни на что сейчас, не влияет. Сейчас 9-й. За исключением, может, того, что 29-й – это несчастливый номер. И он кому-то достался, мы даже не знаем, кому. И нам пришлось его переклеивать. Да. А тому, вот, кому достался 29-й, пришлось клеить 29-й. А статистика по 29-му номеру, ну, для математической статистической выборки – это, конечно, бред, но 29-й что-то на втором месте. Ты сейчас загнул. Поборемся. Придется. Димуля, мы с тобой одинаковые сегодня. Но у тебя больше. Привет, Андрюха. Знаешь, на взвешивание сапоги не предъявишь. Мы переделали немножко лайвл, сняли вот эти рассеивающие сосочки с патрубков. И здесь торчали патрубки, вот эти вот. Кто знает, пластиковые патрубки торчат. Рыбу бьет. Вот. Рыба об них бьется спиной, с нее слетает чешуя, она плохо себя чувствует. А поскольку мы заботимся о рыбе, вот это catch with care, там все эти вещи. Вот. Помимо оксигенатора, чтобы ей лучше было, мы поставили вот эти вот тряпочки. Вода через них проходит, но рыба не травмирует себе спину, не теряет чешуйчатый покров, слизь. Да. И нормально себя все чувствует. Максимально попытались, чтобы рыба была очень живой на взвешивании. Осталось только поймать, ну и мы уехали за этим. Такая история, короткая. Саня, 14 минут до старта. Выходим в финишный створ, стартовый створ. Саня, привет. 100 лет, 100 зим. Над нами не Саня? Саня? Нет, это не Саня. А где Саня? А Саня сзади нас. Огоньки выключи, Кость. А у него камера работает. Слепишь участников. Слепишь дальний, выключи, Костя. Оставляй туманки, но дальний-то выруби. Я привезти, Игорёк, а то не знаешь, как ехать. Да. Все хорошо. Да. Вставай за нами и все, и мы тебя поведем. Мы все мили знаем. Thank you.
мы не сомневались ни на секунду, мы подготовили на первый день. Не на первый, мы вообще в целом подготовили. У нас где-то порядка 8 точек, где можно просто, наверное... Половить рыбу в удовольствие. Да, в удовольствие. Ну, мы приехали на первую точку, которая у нас была заготовлена, и просто начали калашматить рыбу. А она калашматилась. И в удовольствие половили, очень неплохо провели время, по-моему. Нет? Только без бонуса. Ну, значит, завтра будет бонус, значит, что-то произойдет завтра. Согласен. Не все сразу, Москва, она тоже, знаешь ли, не сразу строилась. Несмотря на то, что наш план не сработал по крупной рыбе, мы продолжали ловить на точке, пытались поймать большую рыбу. Рыба постоянно шла с учетом увеличения, но, к сожалению, нужного размера нам мы так и не добились. Единственное, зачем мы вчера следили очень внимательно, это то, что на борту, ну, в лайвеле должно быть 6 рыб, не более. Не более 6, а поймано может быть 7, то есть 7 должна быть в посадочнике, 6 должна быть выкинута. И эта ситуация и вот нас вот... постоянно тормозила вчера, да. Потому что мы потеряли счет вот этим поимкам. И единственное, зачем следили, это за наличием 6 рыб в лайвеле и не более 7, ну, не более 7 в подсадчике. И поэтому мы сортировали целый день вот это все. Градива там продолжалось. И... Ну, короче, приятным занятием занимались. Очень.
второй точке у нас, где мы пытались укрупниться, у нас произошла поклевка, не сказать, даже у меня произошла поклевка. Рыба сначала вообще не сопротивлялась. Ближе к лодке я понял, что рыба хорошего размера. И, честно говоря, рыба над нами надругалась. Она просто унизила нас и да. ушла. Она ушла, причем ушла с тройниками, она оборвала стингер. Видать, стингер очень качественный был. Вылетели с обжимные трубки, и оснастка осталась у рыбы, а у нас осталась только приманка. Короче, как-то разошлись, но не очень. Хотели эту рыбу перевести на 90 километров, а не получилось. Она пить. Я слышал, как она зубами клацает. Петь, я не могу ее поднять. Сорвалась. Оборвала крючать. На самом деле погода, мы видели, что становилось все хуже и хуже. И нам ловлю пришлось закончить чуть пораньше, чем мы планировали, не за час, а за два, чтобы спокойно довести рыбу. Последняя наша поимка была, к сожалению, нечестная. Это забагренный судак весом, наверное, около 3 килограмм. И мы за час, наверное, 40, за час 50 просто уехали. Но нам нужно было еще перевешивать рыбу, заниматься там с ее сохранением, аккуратно, спокойно дойти. Поэтому мы перестраховались, заложили больше времени, чтобы не попасть в какие-то неприятные ситуации. Собирались приехать в 11 часов. Слово не сдержали. Завтра будем, значит, ловить еще больше, потому что надо, как бы обещали, привезти больших рыб, надо везти. Теперь придется везти очень больших рыб. На взвешивание приглашается экипаж Сантави: Чуланов Андрей, Денисов Петр. У этих ребят я не спрашивал, сколько у них и какой рыбы, ибо я сам все видел, и это было хорошо. Итак. Во время тренировок вообще такую рыбу не ловили, которая клевала сегодня. То есть у нас рыба начиналась там 3700, то есть вот такая. Сегодня клевали и полторашки, и килушки, и двушки. Итак, первый вес 9 килограммов 280 граммов, 12 килограммов 570 граммов и общий вес 21 850. Надо везти бонусов, а мы их не привезли сегодня. Следовательно, вот такой вот результат. Не очень хорош, потому что хотя бы если одного бонуса бы привезли, результат был бы за 30 килограмм, чем бы мы были очень сильно довольны. Петерцов Елисеев предъявляет на взвешивание 5 экземпляров рыбы, 5 щук. И общий вес 21 килограмм 300 граммов ровно.
Меркури Pro XS двухтактным со спортивным редуктором вчера приказал в очередной раз долго он жить. Не выдержал перевозки рыбы, и он крякнул. И нам пришлось вечером ехать спасать ребят. Я уехал в магазин в Самару добирать стингера, а Андрей уехал спасать ребят, потому что они находились на судовом ходу, и из доступных им средств передвижения у них был только чехол от тента. Ты на финиш идешь? Да, идем на финиш. Там баржи нет нигде? Идем на финиш. Нет, да? Вот это тема, да? Вообще классно. Только надо как-то к берегу все-таки. Ты вообще парусный спорт изучал когда-нибудь? Вот я смотри, видишь, почти не получается. Да, хорошо у нас был чехол, да? Возвращаемся с первого тура, первого турнира профессиональной лиги рыболов. У нас настоящий парусник. Мы сейчас едем проводить спасательную операцию, оттащить лодку на ближайшую станцию, чтобы потом ребята могли поднять лодку и уже привести к месту старта. К сожалению, результат у них аннулирован, если даже он был. Короче, сейчас едем. Владимир Иноземцев разрешил нам выехать, спасти ребят. Вернее сказать, помочь им. Вот. Так что все, летим спасать, пока не стемнело. Я только выехал с базы, ты мне координаты сбрось. Или скажи, где ты стоишь. Так, а ты где стоишь? Объясни мне слова. Пацаны, видать, слишком много рыбы поймали, так что не увезти, аж мотор сломался. Так бывает на рыбалке. На самом деле это не смешно. Ребята тренировались, и все коту под хвост. Результат аннулирован, и они дальше не смогут выступать. Вот и весь результат. Сегодня это уже второй экипаж, у которого сломался мотор, по-моему, третий даже экипаж, у которого сломался мотор. И... Но это грустно, это жесткая вода, большие волны, и не вся техника выдерживает. Завтра будет новый день. И будет лучше. Будет лучше однозначно, чем сегодня. Все будет у нас хорошо, болейте за нас, держите кулачки. Андрюха Петерцов, брат, к сожалению, в этом году нам надо выиграть. Ты 3 года подряд выиграл, дай, пожалуйста, выиграть нам один разок. Вернее сказать, Пете второй раз, а мне первый раз. Мне нужна вот эта вот, кубок этот, очень сильно нужен. Не, мы сегодня вообще половили рыбу просто вот так, как это надо делать. Мы просто ее ловили на каждой точке, с каждой постановки. Большая щука сегодня не клевала. Завтра будет клевать, мы завтра ее поймаем, я уверен. Послезавтра мы используем весь потенциал наших точек. Вывезем оттуда всю рыбу, вообще всю. Не оставим там ни одной. Сейчас просто нельзя полностью выбивать, потому что надо закрываться каждый день. Ну а бонусы, они придут, они никуда не денутся. Спасибо, Андрюх, ты классный. Саня, ты классный. Мы-то что, мы не особо классные. Если бы мы сегодня привезли 40 килограмм, мы были классные. Мы привезли половину от того, что хотели.